Всем привет! Это обзор видеорегистратора компании Eltronic. Регистратор называется Full HD F900 LHD. В конце видео вы посмотрите, как этот регистратор снимает. У вас будет такая возможность. Так, как выглядит коробка? Спецификация. Если видите, можете почитать. Так. Основные отличия этого регистратора — это поворотный дисплей и поворотная камера на 180 градусов. Еще из особенностей — это 4-кратный зум, карта SD, HDMI выход, фонарик, 12-мегапиксельная камера, 2,5-дюймовый дисплей, запись HD, 120 градусов обзора. Этот регистратор снимает в разрешении 1920x1080, также доступны другие режимы, которые вам более удобны. Такое качество самое лучшее, я считаю. Так, посмотрим, что у нас внутри. Инструкция на китайском, английском и русском. Здесь ничего интересного. Сам регистратор. Так вот он выглядит. Модель очень популярная. Фирменный логотип Eltronic. Микрофон выхода HDMI, мини-USB и выход более старый для более старых телевизоров. Видеовыход. Кнопка реста, сброса, настроек. Вот такой вот дисплей. Он поворотный. Так что гаишникам можете быть что-нибудь продемонстрируйте. Сама камера. Здесь находится аккумулятор. Его сейчас нет, он поставляется с вынутым аккумулятором. Собственно, вот он. Это 800 миллиамперный аккумулятор. Так, что у нас еще есть в поставке комплектации? Крепление стандартное. Кронштейн на липучке. С зубчатыми поворотным механизмом. Болтаться ничего не будет, сидеть будет крепко. Зарядное устройство с микро-USB выходом, мини-USB. Оно 1-амперное, заряжать может телефоны, регистратор, GPS-навигатор, все что угодно. USB шнур, шнур HDMI, за выход и чехол со шнурком. Спросите, для чего здесь чехол? Чехол здесь нужен для того, чтобы приносить регистратор с собой. Качество у него довольно хорошее, съемки. Можно использовать как портативную видеокамеру. Брать с собой, снимать на видео что-нибудь. Такой вот чехол. Так, давайте посмотрим меню. Включается при открытии. Так, что у нас есть? Меню.
датчик удара, тип файла, JPEG, видео. Можете снимать просто работающий фотоаппарат. Звук, дата, TV-out, фонарик, язык. Есть русский. Задержка включения. Разрешение Full HD, либо просто HD. 60 кадров в секунду, 30 кадров в секунду. Цикличные записи можно выбрать. Через какой цикл будет включаться следующий ролик. Штамп даты, датчик движения. Ну, в общем, вот все, что здесь есть. Здесь слот для SD-карты. Слот со шторкой. Грязь не попадет. Само крепление для шнурка. Алюминиевое, крепкое. Регистратор не упадет, не оторвется, не разобьется. Это, видимо, штативное крепление, чтобы можно было поставить на штатив, поснимать что-то. Такой вот регистратор. По-моему, отличная штука. Всем советую. Так, всем спасибо за внимание. Ставьте ваши лайки, оставляйте ваши комментарии. Все комментарии прочтем, учтем, и может быть что-то нужно дополнить в видео, что-то еще рассказать. Обязательно включим это в следующий обзор. В нашем следующем обзоре вот такой вот регистратор. Основная особенность 230 градусов обзора. Он двухкамерный. Так что до следующего видео. Всем спасибо за внимание и пока. Набрал? Ну, набрал, но этих, как, ну, маховики. Штук 20 нашел. Ну, это так, на часик. Я думал, хоть выходные высплюсь, нифига, блин. У нас, блин, детский сад был. Да? Ага. 8 все проснулись, не спится, им играет, блин, и все, блин. Бегают, носят к квартире. Я проснулся. Олимпоп, вставай! Из моего время. 9 час,
первый раз увидел это. Проломкал. Бля, надо резину, а радиус больше ставить, сука. Чуть газу дашь, а тяжелая, блядь.